I'll take the Chelsea, whatever. Пожалуйста, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the safety features demonstration. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. 2 передней части самолета, 4 аварийных люка на плоскости крыла и 2 хвостовой части самолета. This aircraft has 8 emergency exits. The emergency exits are located on the left and right of the cabin. 2 in the front compartment, 4 window exits over the wings, and 2 in the rear compartment of the aircraft. Все выходы оборудованы автоматически надуваемыми трапами. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». All exits are equipped with inflatable evacuation slides. Each exit is marked with an illuminated exit sign. Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. The escape path lighting along the aisle will guide you to the exits. Please take a moment to locate the exit nearest to you. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. In the event of cabin decompression, oxygen masks will automatically drop down from the overhead panels. Потяните маску на себя. Pull the mask towards you. Плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем, и дышите нормально. Place the mask over your nose and mouth, secure it as demonstrated, and breathe normally. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, а затем ребенка. If you're traveling with a child, put your own mask on first, then attend to your child. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегните ремни». Your seatbelt must be fastened whenever the fasten seatbelt sign is on. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Туго затяните ремень. Tighten the strap. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To release the seatbelt, lift the buckle cover. На случай вынужденной посадки на воду, на борту нашего самолета имеются спасательные жилеты. Спасательный жилет находится под вашим креслом. In the event of ditching, the aircraft is equipped with life vests. Your life vest is located beneath your seat. Достаньте жилет, вытащите из упаковки и наденьте через голову. Remove your vest from the package and pull it over your head. Оверните тесьму вокруг талии, затяните впереди под жилетом и туго затяните. Adjust the strap around your waist. Fasten it at the front under the vest and tighten the strap. Надуйте жилет у выхода при покидании самолета, дернув за красные колпачки. Just before leaving the aircraft, pull down the red tags to inflate the life vest. Поддуть жилет можно через клапаны поддува. You can blow the vest up using the tubes. В жилете имеется лампочка, которая зажигается в воде. It also has a lamp which illuminates in water. Не надувайте жилет в салоне самолета. Do not inflate the life vest inside the cabin. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Посмотрите ее внимательно. Благодарим за внимание. You can get more detailed information about the onboard safety equipment from the safety instruction card located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you. Господа, мы готовимся к взлету и просим вас разместить ручную кладь на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Застегнуть ремень безопасности. Привести спинку кресла в вертикальное положение. Убрать откидной столик. Открыть шторку иллюминатора.
Просим убедиться, что все виды электронных устройств и мобильные телефоны переведены в авиарежим. В целях вашей безопасности ноутбуки и другие электронные устройства большого размера должны быть убраны в ручную кладь на время взлета и посадки. По указанию экипажа, в случае необходимости, все электронные устройства должны быть выключены. Обращаем ваше внимание, что на борту запрещено употребление алкогольных напитков, принесенных с собой, курение, в том числе электронных сигарет. Туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, come over for takeoff, please. Place hand luggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Fasten seat belt. Return the seat to the upright position. Stow your tray table. Open your window line. Please ensure your mobile phone and other electronic devices are turned to airplane mode. For your safety, larger devices such as laptop must be put away to your hand luggage for takeoff and landing. Directed by the crew if necessary. All electronic devices must be turned off. Please note that the consumption of alcohol not on flight aboard is strictly prohibited, as well as smoking of any kind, including electronic cigarettes. All lavatories are equipped with smoke detectors. Thank you. Ага, это самое. У тебя есть тест, такие
Здравствуйте. Приглашаем вас сделать покупки товаров в SkyShop. Пожалуйста, обратитесь к проводникам до начала снижения самолета. Будем благодарны за ваши отзывы о качестве предоставляемых услуг. Дамы и господа, рады сообщить вам, что в Российской Федерации 2016 год объявлен годом российского кино. Аэрофлот поддерживает популяризацию отечественного кинематографа. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, the flight time to Oslo is 2 hours 20 minutes. During the flight, we will serve white snakes. We invited Burchettos from the Sky Shop. Please address the cabin attendant before the aircraft starts to descend. We will appreciate your comments and feedback about the quality of our service. Ladies and gentlemen, we are pleased to inform you that 2016 has been named the year of Russian cinema in the Russian Federation. Aeroflot has to promote the national film industry and its production. Thank you. Such as laptops must be put away to your head luggage.
электронные устройства переведены в авиационный режим или выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Let's jump on the aircraft. It's ready for landing. Please ensure that all electronic devices are turned to a white mode or switched off. Your seat belt is fastened. Your seat is in the upright position and your tray table is tall. Thank you. Совершил посадку в аэропорту города Осло. Температура воздуха плюс 13 градусов по Цельсию. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями до выключения этого возможности. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Обращаю ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса бизнес. Если вам необходимо арендовать автомобиль, рекомендуем обратиться в прокат Еврокар в аэропорту и получить информацию о наличии специальных скидок для пассажиров аэрофлота и участников программы «Аэрофлот бонус» и «Элитный форум». Надеемся, что сегодняшний полет доставил вам удовольствие. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed at Oslo Airport. The damage is passed out in degree Celsius. To ensure your safety, please remain your seat with your seatbelt fastened under the fasten seatbelt sign is on. Please ensure your vehicle you know this is you when leaving the aircraft. Please notice the white flags. The aircraft business class passengers first. If you need to rent the car, please contact the your car contact the airport to benefit from special discounts for holders of Aeroflot bonus elite cards and for Aeroflot passengers upon available. We hope that you enjoyed your flight and look forward to seeing you again. Thank you. Goodbye.
скажешь. Внимание, бортпроводника, на месте ставьте перевода дверей и двери внизу. Maybe I see you at the top.